Спасибо, товарищи, вы свободны, можете идти. Вашим детям передайте, что на второй тур они пройдут. Алис хороший. Что с тобой? Что случилось? Меня отец отдает в школу-интернат с математическим уклоном. А у вас заготовлен другой солист? Ну, что будем делать? Вы на уроке пения сказали, приглашают всех желающих. Я желаю, только у меня слуха нет. А голос у тебя есть? Тоже нет. Ну, сейчас проверим, идем. Учитель пения на канале Чижик.